Давайте сваляем с вами вот такую красоту из того, что лежит у нас обычно в мешках, и рука не поднимается выбросить из всяких клочков, остатков, подвалявшихся хвостиков, которых и на пару не хватит, и выбросить при этом жалко. Сюда пойдут у нас как остатки шерсти, также и аналогичные хвостики и клочки волокон. Смачиваю стол водой. Расстилаю на стол полиэтиленовую пленку, это большой пакет мусорный разрезанный, и прямо на пакете делаю разметку будущего образца. И в пределах намеченного прямоугольника начинаю делать раскладку теми клочками и хвостиками и подвалявшимися остатками шерсти, которые лежат у меня в мешках. Ничего предварительно не готовлю, не распушаю, не прочесываю. Чередую, пожалуй, только цвета и виды шерсти. Кардачес, гребенную ленту, хотя и это не принципиально. Здесь же я могу разложить волокна, потом снова вернуться к шерсти и так далее, пока я не достигну нужной мне толщины раскладки и смогу убедиться, что нет слабых мест и проплешин, которые впоследствии могли бы превратиться в дыры. Дальше я смачиваю свою раскладку водой, накрыв ее предварительно сеточкой, добавляю мыло, прижимаю, выпускаю весь воздух. В общем, все, что мы делаем обычно на первом этапе. Дальше я убираю сетку, и вот здесь я принимаю решение не подворачивать хвостики, оставить их свободно лежащими. Потом получается достаточно интересный эффект, который тоже можно использовать. Поэтому оставляем все так. И накрываю вторым пакетом сверху, плотно прижимаю и выпускаю весь воздух. И прямо здесь, не валяя и даже не притирая первый образец, я раскладываю второй. Здесь хочу вам показать немножко другой способ раскладки. Она, пожалуй, более упорядоченная, и при желании здесь можно составить некую цветовую схему. Точно так же фрагменты шерсти я никак специально не готовлю, а раскладываю так, как они есть. Шерсть кладу рядочками, а точнее не кладу, а как бы ставлю, подпирая последующими прядками предыдущие. И это очень важно, потому что раскладка у нас в один слой. Чтобы нам избежать слабых мест, проплешин, которые впоследствии могут стать дырками, мы должны очень плотно подпереть предыдущие хвостики последующими. И она у нас в итоге получается такой пухленькой и высокой. Я постоянно подбиваю раскладку в разных направлениях, чтобы как бы ее уплотнить, пока она еще сухая. Снова подбила ее в разных направлениях, как бы уплотнила. Вот видите, прослеживаются рядки. Обязательно нужно прощупать, на ощупь легко определить, где у нас слабенькое место и нужно доложить шерсть. Дальше, как обычно, накрываем сеткой, мочим, мылим, прижимаем, выпускаем весь воздух. Нужно сказать, что воды здесь приходится лить достаточно. Давайте для разнообразия подвернем хвостики и сделаем краешки ровными. И снова я накрываю полиэтиленовым пакетом, хорошенько прижимаю и выпускаю весь воздух. Теперь, подхватив весь сэндвич целиком, два полотна и пакеты между ними, я начинаю потряхивать их на столе. Этот способ притирки заимствован мною у мастеров одежного войлока Инны Макаровой и Марты Дорофеевой, за что им огромное спасибо. И надо сказать, что он прекрасно зарекомендовал себя и в валянии обувного войлока. Он хорош как для толстого войлока, так и для тонкого. И даже если раскладка очень толстая, такой способ позволяет
проникнуть всем шерстинкам в глубину полотна, сцепиться между собой именно в толщине и прекрасно сцепиться всем слоям, сколько бы вы их ни наложили. Виброшлифовальная машинка в этом смысле, пожалуй, уступает, если речь идет о толстом войлоке. Побили наш сэндвич об стол, потрясли его, перевернули с одного бока на другой и обратно. Теперь привычным способом, щипком, проверяем степень сцепления волокон. И мы видим, что они хорошо сцепились, волосинки уже за пальцами не тянутся. Ну, немножко контрольных поглаживаний, еще раз проверим. И можно освобождать наше полотно от пакетов и продолжить уже без них. Вынимаю я полотно прямо на стол, у меня нет никакой киевской пленки, никакой пупырки и прочей подложки. Это здесь не нужно, я просто на столе. Сейчас буквально пару минут каждое полотно вот таким образом поподбиваю, не поднимая со стола. Напомню, что воды и мыла в раскладке сейчас достаточно и даже, наверное, многовато, но так должно быть. Шерсть хорошо сцепилась, я совершенно смело треплю ее по столу и не опасаюсь, что она где-то у меня расползется или разъедется. То же самое проделываю со вторым полотном. Чем хорош этот способ, что одновременно вы можете разложить и притереть сразу несколько полотен. И сделать это одним махом, не валяя каждое в отдельности. Это очень экономит время и силы. И теперь полотно, в нашем случае их два, хотя может быть и больше, мы отправляем в стиральную машину. Ставим на короткую программу 15 минут при температуре 40 градусов. И пока шерсть продолжает работать, мы можем выпить чашечку кофе. Теперь мы достаем из стиральной машины наши заготовки. Это еще префельд, очень плохо сваленный войлок. Он рыхлый, но при этом обратите внимание на краешки и размер полотна. То есть полотно село очень равномерно. Нет никаких вытянутых углов, нет никаких перекосов и прочего. Единственный недостаток после стиральной машины, что оно, к сожалению, свалено не полностью. Как раз это нам сейчас с вами и предстоит доработать. Но прежде чем мы начнем доваливать наши образцы до готовности, давайте посмотрим, насколько они сели. Стиральная машина дает усадку в среднем 40%, в зависимости от того, какой толщины ваша раскладка. Ну, теперь самое время довалять наши образцы. Давайте сделаем это двумя способами и получим при этом разный результат. Отложим один в сторону и начнем с первого. Добавляем воды, мыло. Мыло добавляем немного. Хорошенько промачиваем наш образец. И начинаем валять. Вот обратите внимание, как много воды и мало мыла. Этот образец хочется сделать фактурным, поэтому валять мы его будем в объеме. Валяем только руками. Никаких дополнительных инструментов нам здесь не нужно. Валяем подбивающими движениями все время в плоскости. И по мере того, как войлок уплотняется, он постоянно выталкивает мыло. Мы его удаляем и каждый раз добавляем воды. Для того, чтобы получить фактуру, должно быть больше воды, чем пены. Тогда фактура будет более выраженной, менее смазанной. Вот она уже хорошо просматривается. Снова воды и теми же движениями продолжаю валяние. Но поскольку войлок нам нужен очень плотный и сваленный на 100%, то одних бросаний и комкания полотна нам недостаточно. Плотный войлок получается благодаря выкатыванию полотна в рулоне. Сейчас мы как раз приступаем к этому этапу.
начинаем катать либо в легком рулоне, либо просто создавая такой перекат полотна. Мы не трем полотно само об себя, мы именно создаем его перекат. Чуть более интенсивно, чуть менее интенсивно продолжаем эти движения в разных направлениях. Фактура уже сформирована, и теперь мы можем прикладывать большие усилия, не боясь ее повредить или как-то смазать. Продолжаем валять, чередуя катание полотна в рулоне с потряхиванием и подпеванием из инструментов только руки. Смотрите, насколько уменьшился наш образец. Поработала я с ним, наверное, минут 10, не больше. Но он еще не готов, и продолжаем валять дальше. Теперь мы рулон закручиваем более плотно и прикладываем большее усилие. Не переживайте за фактуру. Фактура уже сформировалась, все шерстинки легли, как они хотели. Единственное, что с ней может произойти, она может стать мельче по мере того, как уменьшается полотно. Ну и последний этап валяния – это катание рулона в полотенце, так называемый закрытый рулон. Когда полотно уже плохо удерживается в руках, потому что оно плотное, мы фиксируем его полотенцем и продолжаем катание. И вот здесь мы прилагаем максимум усилий, доводим войлок до готовности. Потом встряхнули, подбили, взбодрили фактуру, помяли, покомкали, снова покатали в полотенце, снова помяли. И так, пока войлок не перестанет отзываться на ваши манипуляции, что будет означать, что он готов. Образец готов, и в результате он у нас уменьшился ровно в 2 раза. Выполосканный образец побьем об стол, еще раз взбодрим фактуру и в таком положении отправим его сушиться. Хотя можно не выполаскивать его отдельно, а свалять оставшиеся полотна и выполоскать все одним махом в стиральной машине. Вот она фактурка, она просматривается, она мелкая. Здесь вот еще волокна ее дают, которые заиграют, когда высохнут, начнут поблескивать. Вот так вот интересно все это выглядит. Вот наш второй образец, он в целом похож на первый, но рисунок здесь получился более четким. Но это только с одной его стороны, а с другой стороны он все-таки акварельный. И здесь просто нужно определиться, какая сторона будет лицевой. Этот образец мы сваляем иначе, и с самого начала мы будем использовать раскатку и хорошее усилие рук. Добавляем воды, добавляем мыло, и уже на начальных этапах, распределяя мыло, мы уже хорошенько давим ладонью войлок, вдавливая его как бы в стол. Хорошенько проходимся пальцами. И все, в ход пошла раскатка, и с ней мы не расстанемся до самого конца валяния. Очень хорошо прожимаем войлок, прикладываем хорошие усилия. И, честно говоря, раскатка здесь лучший инструмент, даже относительно утюжков, потому что благодаря раскатке мы можем применить большие усилия. Площадь воздействия в раскатке меньше, чем у утюжка, и это позволяет лучше проработать войлок. Валяние идет несколько медленнее, чем в первом случае, хотя незначительно. Здесь нужно более тщательно и более скрупулезно, сантиметр за сантиметром, войлок именно выкатать. Поэтому такое закручивание в рулон начинаем буквально с самого начала. При этом очень часто меняем операции деформации и разглаживания, тщательно прорабатывая раскаткой. Закручиваем полотно в разных направлениях, вдоль, поперек, с углов, чтобы оно оставалось у нас
равномерно квадратным, ну либо прямоугольным. На видео время валяния я сократила, потому что работа достаточно монотонная, однообразная, повторение одних и тех же операций. На самом деле это занимает несколько дольше по времени, и теперь вот вы видите уже последний этап валяния. Плотный рулон плотно закручено в полотенце и с максимальным усилием доводим войлок до готовности. После каждого проката в рулоне не забываем расправлять полотно и выглаживать его раскаткой, тоже с хорошим усилием. Ну и хотя на этом образце войлок не самый тонкий, тем не менее валять войлок в полотне значительно легче и удобнее, нежели объемную заготовку. Поэтому пусть вас не пугает, когда я говорю, что мы прикладываем максимальные усилия. Мой образец готов, он перестал поддаваться и реагировать на мои манипуляции, перестал садиться, соответственно, я делаю вывод, что он готов. К тому же, посмотрите, как он держит форму, он стоит. А стало быть, можно и нужно остановиться, потому что дальнейшие действия будут абсолютно бессмысленны. Войлок готов. Выполоскали, отжали в полотенце такими же прокатывающими движениями. Еще раз можно разгладить уже выполосканный образец раскаткой и отправить его сушиться. Но опять же, можно не выполаскивать его отдельно, а выполоскать все полотна, которые вы валяете для проекта, в стиральной машинке. В результате мы получили добротное, качественное, абсолютно натуральное полотно, фактически из ничего. Из клочков, хвостиков и остатков, которые чуть было не выбросили. Так что и жабка наша успокоилась, и хомяк доволен, и глаз радуется, и ножки будут в тепле.